Дорогие друзья, начинаем 63-й выпуск программы «Дом культуры». «24 августа 1899 года в Буэнос-Айресе родился Хорхе Луис Борхес. Удивительный, ни на кого не похожий аргентинский прозаик, поэт, публицист. Он не писал больших романов, а сочинял рассказы. Или, точнее, небольшие по объему сюжетные конструкции, в которых перемешивались приключенческие детективные мотивы с литературоведческими и философскими эссе, где проявлялась игра ума этого оригинального мыслителя и фантазера, каким был автор. И из-за этих особенностей рассказов литература стала кругом для избранного читателя. Можно даже сказать, что любовь к Борхесу стала знаком отличия, по которому интеллектуалы отличали уровень своего собеседника. А еще Борхес стал чемпионом по количеству выдвижений на Нобелевскую премию по литературе. Он выдвигался на нее 8 раз с 1962 по 1969 год и не получил ее, что свидетельствует лишь об интеллектуальной ограниченности экспертов Нобелевского комитета. Советские читатели, и я в их числе, познакомились с творчеством Борхеса довольно поздно, в начале 80-х. Я снимал свою дипломную картину «Желаю вам», когда появился на русском языке сборник избранных рассказов Борхеса. Я его приобрел, поставил на книжную полку, надеясь прочесть в любое свободное время. Оно все не появлялось. Закончив фильм, я повез его в Москву на высшие режиссерские курсы, чтобы показать Рязанову. И там я посмотрел курсовые работы нового набора студентов-режиссеров. Среди них была короткометражная лента Александра Кайдановского «Сад», снятая по рассказу Борхеса «Сад расходящихся тропок». Для Кайдановского, уже знаменитого артиста, это была одна из первых проб режиссерского пера. В ней он откровенно подражал стилю Тарковского, что само по себе было неплохо. Но меня больше заинтересовал сюжет, который лег в основу этого фильма. И вернувшись в Ленинград, я достал первым делом с полки Борхеса и, открыв его, прочитал рассказ «Сад расходящихся тропок». Попробую его пересказать. Во время Первой мировой войны было сорвано наступление британских войск на Германию. В прессе это объяснялось внезапным ливнем. На самом деле все было не так. Повествование в рассказе ведется от лица китайца Юцуна. Он является немецким шпионом и, находясь на территории, занятой британцами, должен через своего помощника передать в берлинский центр очень важные сообщения, касающиеся местонахождения британской артиллерии, которая строго засекречена. Но их шпионская сеть оказывается разоблачена. Юцун вынужден бежать из своего дома, и сообщение в центр становится невозможным. Тогда он придумывает хитроумный план. Зная, что город, где находится британская артиллерия, называется Альбер, он решает разыскать в телефонной книге человека с такой фамилией. Отыскать его, убить, и когда его берлинский шеф прочтет в газетах сообщение об убийстве некоего Альбера, он поймет, о каком городе идет речь. Так Юцун и поступает. И оказывается, у дома человека, которого зовут Стивен Альбер. Вокруг дома большой сад. Хозяин дома является ученым-китаистом. Он радушно принимает гостя, считая, что тот решил посмотреть сад, построенный в форме лабиринта, который называется «Сад расходящихся тропок». Услышав это название, Юцун восклицает: «Но так назывался сад моего прадеда, великого китайского философа-астронома Цуйпена». Узнав, что его гость является правнуком великого Цуйпена, Стивен Альбер приглашает его в свою библиотеку и продолжает разговор о великом предке. Последние 13 лет своей жизни Цуйпен посвятил созданию романа и модели лабиринта, в которых хотел раскрыть человечеству тайны мироздания. Но все, кто читал этот роман после смерти ученого, находили его полной бессмыслицей, считая, что это безумная фантазия выжившего из ума Цуйпена. «А я сумел разгадать тайну романа и разыскать модель лабиринта», – объявляет Стивен Альберт. И показывает Юцуну модель лабиринта из слоновой кости. Пока тот с восхищением рассматривает модель, Стивен Альберт продолжает: «Ваш предок сделал гениальное открытие. Он сумел понять, что все мироздание представляет собой сложнейший лабиринт во времени, где одни и те же предметы и люди последовательно находятся в разных точках, из которых ведут расходящиеся тропы, и каждый из них ведет к разной судьбе. Таких вариантов бесчисленное множество, и в одном из них мы с вами можем оказаться даже врагами». В этот момент Юцун, взглянув в окно, замечает своих преследователей из британской разведки. Ни секунды не размышляя, он достает револьвер и, сказав: «Это время настало», стреляет в Стивена Альбера.
После этого его арестовывают, он ожидает повешения. Его германский шеф понял послание Юцуна, и в этот же день британская артиллерия подверглась нападению, налету германской авиации, была разгромлена, и наступление британских войск было сорвано. Юцун заканчивает свой рассказ такими словами: «Но никому не понять, как неизбывна моя боль и моя усталость». Вот такой странный рассказ, который я прочел с интересом и удивлением. А вслед за ним и все остальные рассказы сборника. Их отличала оригинальность, непохожесть на ту литературу, которую мне приходилось читать до этого. В них смешивались реальные факты и фантазии автора. Кроме того, Борхес прибегал к мистификациям, ссылаясь на выдуманных авторов, их биографии и несуществующие произведения. Во всем была игра ума автора. Читать это было мне интересно, но не вызывало желания экранизировать. А вот у Гайдановского вызывало. И вслед за Садом он снял фильм «Гость», который являлся экранизацией рассказа Борхеса «Евангелие от Марка». В этом рассказе, вслед за Леонидом Андреевым, Борхес пересматривает роль Иуды в истории Иисуса Христа. Устами своего персонажа, ученого-богослова, он утверждает, что, возможно, не Христос, а именно Иуда является человеческим воплощением Бога, поскольку именно он взял на себя вечное проклятие, которое способствовало вечной славе Христа. Конечно, ценность рассказов Борхеса не столько в сюжете, сколько в движении авторской мысли. И тогда возникает вопрос: каким образом столь оригинальный, насыщенный знаниями ум возник в латиноамериканской стране, географически далекой от европейской цивилизации? На этот вопрос может ответить биография писателя, к которой я и приступаю. Среди предков Хорхе Луиса Борхеса были воины и поэты, внесшие свой вклад в историю Аргентины. По словам Борхеса, в нем текла баскская, андалузская, английская, португальская, нормандская и еврейская кровь. В доме разговаривали на испанском и на английском. С самого раннего детства большую часть времени Борхес проводил в отцовской библиотеке. Его отец был юристом, но всю жизнь мечтал стать писателем и приветствовал любовь сына к литературе. В 9 лет мальчик написал краткое изложение древнегреческих мифов на английском языке. Это было примерно то же самое, что популярная у нас книга Николая Куна «Легенды и мифы Древней Греции». Но Кун сочинил ее, когда ему было 37 лет, в 1914 году, а 9-летний Борхес – в 1908. Когда ему было 10 лет, он перевел на испанский сказку Оскара Уальда «Счастливый принц». Таким образом, это был литературный вундеркинд. По утверждениям его матери, Элеоноры Борхес, интеллект мальчика, его язык, то, как он жил и учился, было результатом влияния и наследия его отца. В этой связи я должен сказать, что ранние детские впечатления, чувственные и умственные, содействуют раннему, более быстрому развитию личности ребенка, как человеческой, так и творческой. Об этом свидетельствуют биографии творческих людей, которые мы рассматривали в выпусках «Дома культуры». Сегодня это большая проблема. Проблема стартового воспитания ребенка. Потому что культурных семей в странах Европы и Америки очень мало, не говоря о странах Востока. Отсюда и неразвитость новых поколений, лучшие представители которых достигают успеха лишь в компьютерных технологиях. Но это очень однобокое развитие человека, в то время как фундаментальная культура остается невостребованной. Это большая проблема. Но возвращаемся к нашему герою. Дом семьи Борхесов, в котором прошло детство Хорхе Луиса с 2 до 13 лет, располагался неподалеку от Палермо, пестрого района, населенного иммигрантами и маргиналами всех мастей. Здесь частенько возникали ночные разборки с применением оружия, кодекс чести. Это и пугало, и притягивало мальчика с богатым воображением. Его детство было полно ярких и пугающих впечатлений. Он боялся зеркал. Как позже признавался, боялся увидеть в зеркале вместо себя отражение чужого человека. Его сестра Нора была тоже художественно одарена, но ее интересы были направлены в область изобразительного искусства. Она любила рисовать. В это время семью постигает тяжелое испытание. Слепнет старший Борхес. Это была наследственная тяжелая болезнь, которую он передал впоследствии своему сыну. Борхес стоически переносил свою слепоту, его глазами стала его супруга Элеонора. Благодаря ей он мог продолжать свою юридическую практику и обеспечивать материально жизнь своей семьи. В 1914 году Борхесы поехали в Европу на каникулы.
Но главной целью поездки стали консультации с женевскими врачами по поводу болезни старшего Борхеса. К сожалению, врачи ничем не смогли ему помочь. Но когда Борхесы находились в Женеве, началась Первая мировая война, и возвращение в Аргентину стало невозможным. Семья осела в Женеве. Хорхе Луис поступил учиться в Женевский колледж Жана Кальвина, а сестра – в школу для девочек. Он настолько быстро овладел французским языком, что стал сочинять стихи на французском, а сестра стала брать уроки живописи. Борхес вспоминает об этом времени так. «В моей жизни большую роль сыграло то, что я вырос в Швейцарии и получил образование в Женеве, и во время Первой мировой войны жил в Европе. Это позволило мне по возвращении заново узнать мою родину, как я не узнал бы ее, живя постоянно в Буэнос-Айресе». Борхесы вернулись в Аргентину только в 1921 году, когда Хорхе Луису было уже 22. Буэнос-Айрес поразил его настолько, что вдохновил на написание первого сборника стихов. Он назывался «Жар Буэнос-Айреса», и обложку к нему нарисовала сестра Нора. В одном из стихотворений сборника есть такие строки. «Здесь день утверждает свои вечера, дарит жителям их иллюзорное прошлое. Лишь одного не хватает, у улицы более нет другой стороны. Трудно поверить, что Буэнос-Айрес имеет начало. Он вечен, как воздух. Я чувствую, он как вода». Борхес сотрудничает с несколькими журналами. Он является обозревателем культурной жизни страны. Пишет о литературе, о кино. Свое представление о кино он формулирует так. «Кино представляет собой бесконечный журнал регистрации человеческого поведения. Кино – единственный способ узнать, как ведут себя люди в других концах света». Это полностью совпадает с моим представлением о кино. И в этой связи я вспоминаю свои яркие впечатления от японского фильма «Голый остров» режиссера Кеннета Синдо. Я даже представить себе не мог, что люди могут жить на таких крохотных островах, не только жить, но выращивать там злаки и растить детей, в которых воспитывать способность бороться за жизнь. Потрясающий фильм, в котором нет ни одного слова, лишь музыка. Точно так же я узнал о жизни людей в Австралии, в Африке, в странах Европы и Америки, везде, где снимается кино и где я никогда не бывал. Кино – это самое международное из искусств, для которого не существует языковых границ. Борхес признавался, что, желая перейти к прозе, он чувствовал себя неуверенно. Ему не хватало советчика, товарища, единомышленника и одновременно полемиста, человека, который стал бы его двойником, альтер-эго. И в 1930 году 31-летний Борхес нашел такого партнера в лице молодого 18-летнего писателя Адольфа Касареса. Они стали друзьями и партнерами, написали много произведений, в том числе целый ряд юмористических рассказов, и обрели известность в Аргентине. Кроме этого, сам Борхес писал множество статей, эссе по аргентинской литературе, искусству, истории, кино. Он занимался переводами, перевел на испанский язык произведения Вирджинии Вульф. А в 1937 году закончил антологию классической аргентинской литературы. В январе 1938 года семью постигает трагедия, умирает отец. И Хорхе Луис становится основным кормильцем в семье. Друзья помогают ему устроиться хранителем книг в муниципальную библиотеку Буэнос-Айреса. Борхес кропотливо занимается составлением каталогов литературы, имеющейся библиотеки. А в это время его сослуживцы предаются карточным играм, футболу, непристойным сплетням. И это время Борхес вспоминает как 9 глубоко несчастливых лет. Однако именно в это время появляются его литературные шедевры, первым из которых является Пьер Минар, автор «Дон Кихота». История его создания такова. В тот год, когда умер отец Борхеса, он сам едва ли не стал жертвой несчастного случая. Дело было так. Находясь на верхнем этаже здания, он решил не дожидаться лифта, а спуститься вниз пешком. И бросился вниз по неосвещенной лестнице. С размаха налетел на открытую створку окна с острым краем. Раскроил себе голову. На другой день начался абсцесс. Борхеса увезли в больницу, сделали ему операцию. Приходя в себя, он вдруг стал ощущать, что с мозгами не все в порядке. Он испугался, что не сможет больше мыслить, не сможет фантазировать. И решил проверить себя, сочинив какой-нибудь рассказ. Так и появился рассказ «Пьер Минар», автор «Дон Кихота». Рассказ представляет собой по форме литературоведческое эссе, в котором Борхес критически разбирает творчество
французского писателя Пьера Минара, который поставил перед собой невероятную задачу – заново написать роман «Дон Кихот», как будто бы произведение Сервантеса вообще не существовало. С этой целью он выучил старый испанский язык, на котором говорили во времена Сервантеса, и решил поучаствовать в войне с турками, по аналогии с войной с маврами, в которых участвовал Сервантес. Его титанический труд позволил ему написать только 2,5 главы. Но Борхес считает, что в этих главах Минар превзошел Сервантеса. Рассказ был напечатан в популярном литературном журнале «Сур». И один из литературных коллег Борхеса сказал ему: «Прочитав твое эссе о Минаре, я не нашел в нем ничего нового, что бы не читал раньше об этом писателе». Борхес не стал возражать и сказал: «Ну, конечно, Минар такой известный, популярный писатель, что трудно найти о нем что-нибудь новенькое». На самом деле Пьер Минар был полностью придуманная фигура. Это была литературная мистификация Борхеса. И когда в литературных кругах Буэнос-Айреса узнали об этом, всеобщему восторгу не было предела. Все стали находить, что Борхес необычайно изощрен. У него необыкновенный литературный стиль. Фантазия не знает границ. Это мне напоминает рассказ Андерсена «Новое платье короля», когда придворные стали восхищаться невидимой одеждой монарха, боясь прослыть неграмотными, некомпетентными и некультурными. Но так или иначе, Борхес добился своего, его расчет оправдался, и он из просто известного писателя мгновенно стал знаменитым. Но его счастье было неполным. Наследственная болезнь отца начинала себя проявлять. Между тем, в Европе заканчивается Вторая мировая война полным разгромом фашистских режимов в Германии и Италии. А в жизни Борхеса и Аргентины начинаются события, которые удивительным образом напоминают то, что происходит в современной России. В 1946 году путем выборов к власти в Аргентине приходит генерал Хуан Перон, харизматичный, жесткий лидер, который ратует за освобождение Аргентины от иностранного капитала, за индустриализацию страны. Во время Второй мировой войны он сочувствовал Гитлеру, Муссолини. Он был антисемитом, антианглосаксом, не любил интеллигенцию, считая ее нахлебником простого народа. Будучи популистом, он опирался на самые невежественные, беднейшие слои населения, каких в Аргентине было большинство. А если учесть, что одним из его лозунгов был «Обувь – да, книги – нет», понятно, что Борхес отказался присягать этому диктатору, как этого требовали от всех государственных служащих. Мало того, Борхес в собрании интеллигентов произнес речь, в которой были такие слова: «Диктатура плодит угнетение, диктатура плодит жестокость, диктатура плодит сервильность», имеется в виду подхалимаш, халуйство, раболепство. Но самое отвратительное то, что диктатура плодит идиотизм. Идиотизм населения, идиотизм в управлении страной. Ну разве это не современная Россия? Вскоре после этого в газете «Слухи» появилась статья, в которой Борхес обвинялся в том, что, переводя рассказы английских писателей на испанский, он выдает их за свои и таким образом занимается литературным воровством. Новость была подхвачена средствами массовой информации. Во что бы то ни стало, нужно было ошельмовать Борхеса в глазах народа. А в другой статье его обвиняли в том, что, находясь на государственной должности и получая зарплату, он использует ее в целях личного обогащения. В рабочее время он сочиняет свои книги, рассказы, эссе и, проедая народные деньги, обогащается. Полуслепого Борхеса уволили из библиотеки. Но чтобы избежать возмущения в обществе, потому что он был авторитетной фигурой, мэр Буэнос-Айреса предложил ему должность инспектора по качеству мяса кролика и птицы на местном рынке. Естественно, Борхес отказался от этой унизительной должности. Если у Сталина и Гитлера истинным местом для недовольных умников были камеры смертников и лагеря, то у режимов помягче это были унизительные издевательские должности или безработица и голод. Потеряв работу, Борхес остался без средств к существованию и в течение нескольких месяцев безуспешно искал заработка. Спасением для него стало неожиданное предложение начать читать лекции в одном учебном заведении. Про это время Борхес вспоминал так: «В годы позора и тупоумия история страны раздвоилась. Одну, скрываемую, уголовную, составляли тюрьмы, пытки, подкупы, похищения, убийства и поджоги. Другую, показную, театральную, бредни и сказки для баранов с подмостков, газетных страниц и киноэкранов». Ну разве это не портрет сегодняшней России с ее арестами, пытками и враньем на телевидении? Но только
разница заключается в том, что в Аргентине авторитет писателя оказался сильнее идеологии режима и его давления. В 50-м году Борхес был избран Союзом аргентинских писателей своим президентом, а в конце года он стал членом Аргентинской академии литературы. В этом же году в Париже был впервые издан на французском языке сборник рассказов Борхеса. А в 1955 году, после военного переворота, который сверг правительство Перона, Борхеса назначили директором Национальной библиотеки Аргентины, и эту должность он занимал в течение 18 лет. К этому времени Борхес уже почти совсем ослеп, и его престарелая, но очень энергичная мать, Виктория, становится теперь уже его глазами. Она читает ему книги, пишет под его диктовку. Борхес говорил так. «Считается, что слепые живут в вечной темноте. Это неверно. Они живут в своего рода дымке, голубой, зеленоватой или желтой. Меня всю жизнь сопровождал желтый цвет, а теперь он единственный, который я могу четко различить». Мать Борхеса умерла в 1975 году в возрасте 99 лет. После ее смерти ближайшей помощницей Борхеса стала его бывшая студентка, а потом секретарь, Мария Кадама, которая сопровождала его во всех поездках, участвовала во всех мероприятиях, связанных с его деятельностью. Мария была вдвое моложе Борхеса, но это не помешало им вступить в брак в апреле 1986 года, незадолго до смерти писателя. Этим юридическим актом он сделал Марию своей наследницей. Борхес хотел быть похороненным в Женеве, месте, где прошли самые счастливые годы его жизни, где он сформировался как личность. Так и произошло. Он умер в Женеве 14 июня 1986 года и был похоронен на Женевском кладбище королей неподалеку от могилы Жана Кальвина. Завершая разговор о Борхесе, я хотел бы поделиться двумя небольшими рассуждениями. Первое. Борхес создал оригинальный литературный стиль, в котором продемонстрировал игру ума автора. И эта новация оказала влияние на последующее поколение писателей интеллектуального толка. В этом признавались Курт Венегут, Станислав Лем. А я лично вижу ощутимое влияние Борхеса в произведениях Виктора Пелевина, самого оригинального из современных русскоязычных авторов. То есть можно сказать, что благодаря Борхесу изменился мир современной литературы. Второе. Наряду с Марселем Прустом Борхес считается одним из первых писателей 20 века, которые занялись проблематикой человеческой памяти. Этому посвящены многие его рассказы. Надо сказать, что человеческая память представляет собой набор знаний и чувствований человека. И это составляет его культуру. Культуру отдельного человека и человечества в целом. Все несчастья человечества, которые произошли с ним в прошлом и произойдут в будущем, являются следствием отсутствия исторической памяти. Если бы люди осознавали свой исторический опыт, осознавали свои ошибки, стремились бы их предотвратить, не совершать в будущем, мир заметно менялся бы к лучшему. Но этого не происходит. И люди из поколения в поколение повторяют свои прежние ошибки, наступают на те же грабли. И в связи с этим у человечества нет счастливого будущего. А могло бы быть. И эта проблема волновала Борхеса на протяжении всей его сознательной жизни. Августа 1896 года в Таганроге родилась Фаина Раневская, выдающаяся российская актриса советского времени. Среди самых знаменитых артисток она занимает особое место, вызывая особую любовь российской публики. Прелесть какая! Можно я примерю? Да. Самыми любимыми артистами советского народа, вне конкуренции, были Аркадий Райкин и Фаина Раневская. Она снималась в кино не так много, как этого заслуживала. И фильмы были не выдающимися, за редким исключением. Но несколько ролей актрисы попали в сердца и души миллионов зрителей. И я буду не впопад показывать фрагменты из ее картин, чтобы не смешивать их в одну кучу, и начну с «Подкидыша». Муля, Муля, посмотри, какая чудная девочка потерялась. Ага. Я отведу ее в 7-е отделение милиции. Мы отведем ее в милицию. Мой муж отведет. Да, но мы же едем на дачу. Муля, не нервируй меня.
Сначала отведем в милицию, потом поедем на дачу. Да-да, отведем. Сейчас пойдем купим ей сухое платьице и поедем на дачу. Ляля, этого делать нельзя, уверяю тебя. Ляля, тебя арестуют. Муля, не нервируй меня. Этой фразой «Муля, не нервируй меня» актрису измучили все. Друзья, знакомые, коллеги, прохожие. Даже Леонид Ильич Брежнев, вручая ей Ленинскую премию, увидев актрису, решил сострить. А вот идет наша «Муля, не нервируй меня». На это Раневская сказала: «Леонид Ильич, так меня называют только мальчишки и хулиганы». Брежнев смутился и сказал: «Простите, но я вас очень люблю». «Почему я все должна сама делать? Работаю как лошадь. Бегаю, хлопочу, выпрашиваю, выспрашиваю, упрашиваю, очаровываю». Настоящая фамилия Фаины была Фельдман. Она была дочерью успешного еврейского торговца и предпринимателя, который владел фабрикой сухих красок, несколькими домами, магазинами, мельницей, пароходом. Как многие девушки из обеспеченной семьи, Фаина получила домашнее воспитание. Ее обучали музыке, пению, иностранным языкам. Театром она увлеклась в 14 лет и посещала частную театральную студию, которую окончила в 1914 году 16-летней девушкой. И потом уехала в Москву. Поселилась там, на Большой Никитской. В Москве познакомилась с Мариной Цветаевой, Осипом Мандельштамом, Владимиром Маяковским. Впервые увидела Василия Ивановича Качалова, актера Московского художественного театра, в которого была влюблена и игрой которого восхищалась. Родители, братья и сестра Фаины в послереволюционные годы покинули Россию и поселились в Праге, а она осталась в России из любви к театру и религиозному поклонению Станиславскому. Я помню, как в одной телевизионной передаче сама актриса рассказывала, как, будучи молоденькой девушкой и стоя на Московском бульваре, она впервые увидела в проезжающей коляске Станиславского, еще не старого, но уже седовласого красавца. И, годясь ему в дочери, если не во внучке, она своим зычным, низким голосом воскликнула: «Мальчик мой!» Станиславский в удивлении обернулся на нее и захохотал. «Пусть летят и кружат пожелтевшие листья березы, и одна я грущу». Здравствуйте, Матвей Александрович. «Приходи и меня пожалей. Сколько грез и надежд ты разрушил холодной рукою. Ты ушел от меня, ты ушел от меня навсегда». В 1915 году Фаина Фельдман на актерской бирже подписала контракт на работу в керченской театральной труппе «Мадам Лавровской». Она приглашалась на роли героинь-кокет с пением и танцами за 35 рублей со своим гардеробом. Но работа в Керчи не заладилась, публика не проявила интереса к новой труппе. Зато здесь появился всем известный знаменитый псевдоним актрисы. Случилось это так. Со своим партнером, артистом этого театра, она прогуливалась по городу и решила зайти в банк, чтобы получить денежный перевод от матери из Праги. Но когда она выходила из дверей банка, сильный порыв ветра вырвал из ее рук все купюры, и они улетели. И актриса остановилась и, глядя на улетающие банкноты, произнесла: «Денег, конечно, жалко, но как красиво они улетают!» И тут ее спутник воскликнул: «Да вы просто Раневская из Чеховского «Вишневого сада». Только она могла так сказать». Так Фаина Фельдман стала Фаиной Раневской. «Теперь они у меня попляшут во дворце. Я у них заведу свои порядки. Марьяна, не реви. Король-вдовец, я и тебя пристрою. Жалко, королевства маловато, разгуляться мне негде. Ничего, я поссорюсь с соседями, это я умею. Солдаты, во дворец, босиком за королевской тещей, шагом марш!» Актриса играла во многих театрах страны, начиная с провинциальных и заканчивая московскими. Последним стал театр Моссовета, где Раневская проработала больше четверти века. Главным режиссером театра был Юрий Александрович Завадский, ученик Вахтангова, с которым отношения у Раневской не сложились.
Она называла его человеческим ничтожеством, с чем многие были не согласны, считая его выдающимся театральным деятелем. А я хочу рассказать об одном конфликте с этим режиссером, когда актриса создала выдающуюся роль вопреки сопротивлению Завадского. В театре ставился новый спектакль «Шторм» по пьесе Бельбелоцерковского. Раневской досталась там роль Маньки-спекулянтки, всего несколько реплик. И она пришла прямо к драматургу и принесла несколько исписанных листов со своими дополнениями. При этом присутствовал Юрий Завадский. Он возмутился. «Что вы себе позволяете? Если каждый начнет кромсать пьесу по своему усмотрению, это будет черт знает что!» Раневская смерила его взглядом и сказала: «А что, разве наступила эра, когда мужчины могут выгонять женщину, даже не посмотрев, чем она пришла?» Биль Белоцерковский расхохотался, взял исписанные листы Раневской, просмотрел их и сказал: «Уважаемая Фаина Григорьевна, здесь нет ничего, что противоречило бы моему пониманию роли. Моя вина в том, что я написал ее такой тусклой и невыразительной. Если можете, вдохните мне ее жизнь». И Раневская улыбнулась, посмотрела на Завадского и сказала: «Юрий Александрович, оказывается, такая эра еще не наступила». И роль Раневской стала самым ярким украшением этого невыразительного спектакля. Многие зрители по нескольку раз ходили специально для того, чтобы увидеть сцену с Манькой-спекулянткой. Так, родные живы? Не, все мне помирали. И папаша, и мамаша. Сирота я. Семейное положение? Шурики? Муж, говорю, есть? Не, я барышня. Так, где живете? Да где все люди живут, на земле, то и в доме живу. Ага. Ну, хорошо. Еще один вопрос и отпущу. Где достаешь заразное белье и обмундирование? Какое белье? Какое обмундирование? Нема у меня... Садись. Нема его не... Садись. Со глупости говорите, комиссар, какое там белье? Солдаты себя, понимаешь, сымают, меняют на базаре, все продают, а я тут при чем? А почему белье и обмундирование английское? Мало у нас пленных, да те, что от Колчака вбежали. У них же английская хворма. Да у них одна рвань старье. А у тебя много нашли этого белья? Целый склад! Нема меня, нема, ебо нема! Глупости говорите, комиссар, какое у меня белье? Что говорите, ебо? Слушай, Манька, Марья Карповна, брось дурака валять. Все знаешь за меня, да? Все знаю. Вот это у вас работа. Надо сказать, что на фоне сочной, выразительной игры Раневской слабая режиссура спектакля стала очевидна. И Завадский решил эту проблему по-своему. Он просто уволил актрису из театра, придравшись к ее опозданию на репетицию. Поэтому я с большим удовольствием привожу те прозвища, которые дала актриса этому режиссеру. Перпетуум Кобеле. Это в связи с его увлечением молоденькими актрисами. Вытянутый в длину лилипут. Блять в кепочке. Кем она там может разговаривать? Сама с собой. А я с кем сейчас разговариваю? Тоже сама с собой. Значит, все в порядке? В порядке. Спокойной ночи. Спасибо. Войдите. Аринушка, уже 7 часов. Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Маргарита Львовна! Что такое? Что с вами? Ничего особенного. Я сошла с ума. Раневская обладала поразительным остроумием, которое сохранилось в записях, воспоминаниях очевидцев и народном фольклоре. Ее остроты и афоризмы действительно остроумны и смешны. Это редкий дар – обладать точной, емкой, остроумной фразой, которая возникает мгновенно, в нужный момент и поражает всех окружающих. Высказывания Раневской и приписываемые ей изданы во многих форматах, и их легко разыскать на страницах интернета. Но я хочу поделиться своим восхищением от драматургического дара Раневской. Не драматического, а именно драматургического.
Существует такой короткометражный фильм «Драма», снятый по одноименному рассказу Чехова. Там Раневская исполняет роль графоманки, которая пришла к известному драматургу, чтобы почитать свою пьесу. Когда я посмотрел этот фильм, то пришел в восторг и смеялся до слез. И после этого я захотел своими глазами увидеть тот диалог, который читает Раневская в фильме. Открыл рассказ Чехова, но обнаружил, что там совсем нет диалогов. Тогда я подумал, что у него есть такая одноактная пьеса, но в полном собрании сочинений ее не оказалось. Некоторое время я пребывал в недоумении. Потом то ли по телевизору, то ли где-то прочел, что этот текст сценки драмы придумала сама Раневская для концертных выступлений со своим партнером, как это делали многие артисты для заработка денег. Когда они сдавали эту сценку в Москонцерте при небольшом худсовете, то все присутствовавшие в зале сползли с кресел от смеха. Где? В чем мое кредо, Павел Васильевич? Вы не находите, что этот монолог Валентина несколько длинен? Нет, нет, нисколько. Очень мило. О, как вы добры, как я счастлива, благодарю вас. Анна смотрит на Валентина любящими глазами, Валентин бледнее. Да, но эти наши отношения не могут... Простите меня, полная... Неужели в такую жару, да еще при такой корпуленции, как у этой туши, возможно вдохновение? О, Валентин, простите меня, Павел Васильевич, это тоже личный биографический момент. Анна, она побледнела, вас заел анализ? Вы слишком рано перестали жить сердцем и доверились уму, Валентин бледнее. Что такое сердце? Это понятие анатомическое, как условный термин того, что называется чувствами. Я не признаю его, Валентин сардонически смеется. Хо-хо-хо-хо. Анна, она побледнела, смутилась. А любовь? Неужели она? Любовь есть продукт ассоциаций идей. Чем драмы писать, ела бы лучше холодную окрошку, да спала бы на погребе. Анна, она побледнела. Скажите откровенно, Валентин, вы любили когда-нибудь? Валентин, не будем трогать старых, еще не заживших ран. Анна, она побледнела. Молчите, Валентин, в сторону, как она побледнела. Как он побледнел. Мы должны объясниться, Валентин. Где же обещанное вами счастье? Ей, о чем вы задумались? Анна, мне кажется, что вы несчастливы. Простите меня, Павел Васильевич, все моменты биографические у меня. Явление 17 входит, Сильвестр. Как он благороден. Когда же конец? Она внушила мне незыблемое счастье. Явление 20 входит, княгиня Прунская, запятая. Что здесь происходит? Барон Шпуцель, Анна Сергеевна, что вы делаете со своим престарелым отцом? Вы забываете, что губите своего отца. Вы его этим убьете, убьете. Я не могу без вас. Валентин держит Анну в объятиях, она рыдает. О-о-о-о-о. Валентин смеется сардонически. Побледнел, я должен уехать. Фаина Григорьевна Раневская умерла 20 июля 1984 года в Кунцевской больнице Москвы после инфаркта и пневмонии, не дожив месяца до своего 88-летия. Незадолго до смерти она завещала: «Когда умру, похороните меня, а на памятнике напишите: умерла от отвращения». К сожалению, ее завещание не было исполнено. Двадцать седьмого августа 1871 года в городе Терре-Хот, штата Индиана, родился Теодор Драйзер, крупный американский писатель, классик американской литературы, автор знаменитых романов, а также рассказов и повестей и публицистических очерков. В нашей домашней библиотеке была только одна книга Драйзера «Дженни Герхард». Ее я прочел летом, во время каникул, взяв на дачу в числе пары десятков других книг.
В то время я по внутреннему ощущению разделял книги на две категории – увлекательные и переживательные. Переживательные – не мой термин, его придумала моя тетя, которая любила именно такие книги. Я же предпочитал книги увлекательные. К ним я относил романы Вальтера Скотта, Жюля Верна, Ивана Ефремова, детективы, приключения. А переживательными называл литературу Диккенса, Бальзака, Толстого, Тургенева. Ну, в общем, всю реалистическую прозу, которая называется классика. Ее я читал во вторую очередь. Тогда, когда увлекательные книги заканчивались. Впечатления от обеих категорий книг были совершенно разные. Если в увлекательных книгах меня захватывали происходящие там события, то герои переживательных книг становились для меня близкими людьми, почти родственниками. Я погружался в их заботы, их переживания, вместе с ними жил их жизнью и по прочтении книги чувствовал, что стал лучше разбираться в людях. Дженни Герхард относилась к категории переживательных. Героиня романа, выделяющаяся среди других персонажей своей добротой, мягкостью, благородством души, вызывала во мне глубокое сочувствие. В то время как остальных я осуждал, презирал, ненавидел. Мне казалось, что встреться я с упрямым папашей Дженни или ее слабовольным возлюбленным Лестером или его отвратительным богатым папашей, я бы высказал им в лицо все, чего никто не сказал в романе. В этом, вероятно, и заключается воспитательная сила классики, которая помогает нам понять разницу между добром и злом, возбуждает чувство справедливости, формирует личность. В том случае, если в нас, конечно, есть почва для этого. Другие романы Драйзера мне пришлось читать уже учась в институте, чтобы отвечать на экзамене по иностранной литературе и не показаться неучим. От своего преподавателя Бориса Александровича Смирнова я узнал, что существует расхожее мнение о Драйзере, что это был гениальный писатель, который не умел писать, в силу того, что его стиль был второсортным, репортерским. Когда я читал его роман «Сестра Кэрри», я пытался понять, в чем же заключаются особенности этого стиля. Когда Кэролайн Мибер вошла в поезд, идущий в Чикаго, ее багаж помещался в маленьком саквояже, а в сумочке лежало $4 и адрес старшей сестры. Ей было 18 лет. Она была одновременно яркой и застенчивой, и полной иллюзий, которые питаются юностью и невежеством. Слеза в ответ на прощальный материнский поцелуй, комок в горле, когда вагон простукал мимо мельницы, на которой работал отец, легкая грусть при взгляде на знакомую зелень родного городка и нити, непрочно привязывающие ее к детству и к дому, были порваны напрочь. Что ее ждало впереди? Это первая страница романа. Если это второсортный репортерский стиль, то я предпочитаю именно такой. Что касается критиков, пишущих об искусстве, то я к ним не прислушиваюсь. Считаю их людьми поверхностными и неумными, за редким исключением. А что касается Драйзера, то мое восхищенное уважение к нему сохранилось с институтских лет и за прошедшие годы нисколько не померкло. Жизнь Теодора Драйзера с самого рождения была на редкость тяжелой и безрадостной. Он был 9-м ребенком в семье немецкого иммигранта Джона Драйзера и его жены чешки Сары Шанеп. Оба родители были совладельцами шерстопредельной мастерской до того ужасного пожара, который спалил мастерскую и все запасы шерсти. После этого отец вынужден был уйти работать на стройку. Вскоре его там сильно покалечило. А через некоторое время после этого погибли трое старших сыновей. Не выдержав таких ударов судьбы, отец ударился в религию и целые дни проводил, молясь в церкви. Все заботы о семье легли на плечи матери. И она не отказывалась ни от какой работы, не имея буквально ни одной минуты свободного времени. Ей, как могли, помогали дети. Теодор с братом разносил по городу газеты, помогал соседям в их делах, не отказываясь ни от какой работы. И это вызывало насмешки у их сверстников из обеспеченных семей. И несмотря на все эти тяжести, Теодор был самым успевающим и способным учеником в школе, за что полюбила его учительница. Она ему сочувствовала и после окончания внесла деньги за год обучения в Индианский университет города Блумингтона. Он проучился там год, но вынужден был уйти, потому что денег не было. Но даже за этот год он успел пристраститься к литературе, полюбил Бальзака, Толстого, сам пробовал писать. Его короткую заметку напечатала одна из газет и заплатила какие-то копейки. После ухода из университета он устроился работать в прачечную, возчиком фургона. За $8 в неделю, работая каждый день с 6 утра до 8 вечера. И несмотря на этот жесткий и тяжелый график, он умудрялся писать какие-то короткие очерки о событиях города, посылал их в газеты, и некоторые из них печатали. В 1890 году на семью Драйзеров обрушивается страшный удар. Умирает горячо всеми любимая мать.
После этого Драйзер уезжает в путешествие по городам Соединенных Штатов в поисках заработка. Он работает репортером в городах Питтсбург, Толедо, Чикаго, Сент-Луис. По заданию чикагской газеты «Репаблик» он сопровождает делегацию победителей конкурса «Учитель года» на чикагскую выставку. Среди призерш он обращает внимание на рыжеволосую Сару Уайт. Она хороша собой, стеснительна, простодушна. Молодые люди знакомятся, и с этого начинается их дружба и взаимное влечение. Они встречаются редко, но постоянно переписываются. И Драйзер чувствует свою несостоятельность. У него нет постоянной работы, постоянного заработка и профессии. И он решает предпринять решительные меры для того, чтобы начать свою карьеру. Скопив $240, он отправляется в Нью-Йорк, чтобы стать там журналистом и писателем. Снимает дешевенькую комнату за $1.50 в неделю и начинает искать работу. Но проходят месяцы, работы все нет. Деньги кончаются, он даже закладывает в ломбард свои часы, живет впроголодь. В конце концов, ему все же удается устроиться на работу редактором в журнал «Every Month». Он сразу сумел зарекомендовать себя полезным, деловым работником. Обзаводится связями, начинает сотрудничать с другими журналами «Метрополитен», «Космополитен» и начинает чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Несмотря на то, что отношения с Сарой длились у Теодора уже несколько лет, она не допускала его до близости. Воспитанная в строгих правилах пуританской морали, она свято верила в институт брака и объявила ему, что отдастся ему только после свадьбы. Пришлось жениться на ней, и сразу выяснилось, насколько они не подходят друг другу. Несмотря на общую постель, Теодор и Сара были людьми с разными натурами и разными интересами. Постоянно вращаясь в кругах интеллектуальной богемы, он решил ввести ее в свою среду. Но попытка оказалась неудачной. В этой среде Сара чувствовала себя скованной. Она постоянно молчала. Но это не мешало ей, наблюдая за тем, как женщины проявляют интерес к ее мужу, устраивать ему сцены ревности. Он не был с ней счастлив. Но это не помешало ему в 1899 году закончить свой первый роман «Сестра Кэрри», который был опубликован в 1900. Я помню, какое сильное впечатление на меня произвел американский фильм, снятый по этому роману режиссером Уильямом Уайлером. И, пересказывая сюжет этого романа, я буду пользоваться в качестве иллюстрации кадрами из этого фильма. Главная героиня романа – Кэролин Нибер, или Кэрри, как зовут ее родные, дочь бедных фермеров. В фильме ее роль играет талантливая актриса Дженнифер Джонс. Кэрри красива и считает, что достойна другой, благополучной и счастливой жизни. Она покидает дом родителей и отправляется в большой город, где живет ее старшая сестра с мужем. В поезде она знакомится с молодым коммивояжером Друэ, которому хорошенькая девушка сразу приглянулась. В доме сестры ее встречают холодно. Ни сестре, ни ее мужу не нужна нахлебница. Кэрри поступает работать на фабрику. Работа там тяжела, беспросветна и скудно оплачивается. А когда она получает травму на производстве, то ее просто увольняют. Сестра с мужем не собираются кормить ее за даром. И Кэрри в поисках работы обращается к своему вагонному попутчику Друэ. Узнав о ее проблемах, Друэ предлагает хорошенькой девушке жить у него. И Кэрри поначалу соглашается, рассчитывая на благородство молодого человека. Но в конце концов ей приходится стать его сожительницей. Друэ безумно рад, что обрел такую красотку. И, желая похвастать, знакомит ее со своим приятелем, метрдотелем дорогого ресторана Джорджем Герствудом. Его роль в фильме играет Лоренс Оливье, который произвел на меня тогда самое сильное впечатление. Герствуд – человек зрелый, женатый. Он по возрасту годится Кэрри в отцы. Но в своей семье он несчастлив. Его жена и двое взрослых детей – люди ограниченные, меркантильные, и между ними давно нет никакой теплоты и взаимопонимания. Свою встречу с Кэрри Герствуд воспринимает как подарок судьбы и отдается своей любви со всей силой нерастраченных чувств. И молодая женщина отвечает ему взаимностью. А когда Герствуд предлагает ей уехать вместе с ним в Нью-Йорк, она соглашается, потому что ее стремление к нему основано не на расчете, а на любви. Жена Герствуда не соглашается на развод с ним и на раздел имущества. И тогда Джордж похищает $10,000, принадлежащие его шефу, владельцу ресторана, и вместе с Кэрри на поезде покидает город.
Нью-Йорке Герштут осыпает Керри подарками, желая доставить ей удовольствие. Здесь, в отеле, его находит частный детектив, который требует вернуть украденные деньги. Иначе Герствуду грозит тюрьма. Возвратив деньги, он оказывается совсем без средств. Герствуд пытается найти работу, но его имя вычеркнуто из списка приличных людей. И единственное место, которое ему удается отыскать – официант в третьеразрядном кабаке. Но и сюда доходит молва о его бесчестном поступке, и хозяин отказывает ему от места. А Кэрри вынуждена позаботиться о своем будущем. Проходя мимо какого-то театрика, где отбирают девушек для кардебалета, она, которая в юности занималась танцем, решает показаться. И ее берут в новый спектакль. У Кэрри обнаруживается природный актерский талант. И со своей маленькой ролью она превосходно справляется. Герствуд поздравляет ее с удачным дебютом. У Кэрри начинается новая жизнь в театре. Ей сопутствует успех. И в какой-то момент она оставляет Герствуда. Он потерял все – семью, работу, возлюбленную. Актерская карьера Кэрри стремительно идет вверх. Ей предлагают новые и новые роли. Она выступает на сценах разных городов, разных театров. А Джордж Герствуд опустился и превратился в бомжа, у которого нет своего угла. В один из приездов Кэрри в Нью-Йорк Герствуд проходит мимо театра и видит в витрине ее фотографию. Он страшно голоден, у него нет ни пенни, и он решает дождаться Кэрри после спектакля, чтобы попросить у нее денег на еду. Увидев Герствуда, Кэрри потрясена его видом. Она испытывает муки совести и жалость к этому когда-то красивому и сильному человеку, приводит его в свою квартиру. Между ними происходит разговор. Кэрри хочет вернуть Герствуда к нормальной жизни. Она полна энтузиазма. А Герствуд считает, что он будет для нее лишь обузой, которая усложнит ее жизнь, помешает ее благополучию и успеху. Оставшись в кухне один, он замечает газовую горелку, и она наводит его на мысль о самоубийстве. В фильме это пронзительный момент, который я запомнил с детских лет. Как это ни удивительно, роман «Сестра Кэрри» был встречен шквалом негодования критики и возмущением американского общества. Автора обвинили в безнравственности. Непонятно, что такого особенного было в этом произведении в сравнении с известными европейскими романами, французскими, русскими, такими как «Мадам Бовари», «Анна Каренина», герои которых тоже нарушали нормы общественной морали. Дело в том, что Америка, несмотря на объявленные в ней свободы, была ханжеской страной. Американцы больше всего заботились о внешней благопристойности и очень гордились своей американской мечтой. Она заключалась в том, что Америка – это страна равных для всех возможностей, страна честного соревнования талантов. А главным условием счастья были объявлены деньги и материальный успех. Так вот, Драйзер с этим был не согласен и доказал это в своем романе. За это он был наказан. Роман был запрещен, тираж арестован. И Драйзер оказался в положении своего трагического героя Герствуда. На несколько лет он попал в тяжелую материальную нужду и, так же, как Герствуд, подумывал о самоубийстве. Пережив шквал критики и общественного осуждения за свой первый роман, Драйзер не изменил своих взглядов на жизнь. Он остался верен себе и доказал это вторым романом Дженни Герхард, который я прочел еще школьником. Проблематика этого романа такая же, как и в первом. Осуждение социального неравенства, рождающего несправедливость и не дающего возможности людям обрести человеческое счастье. Но если в первых двух романах его героини были представительницами бедных слоев общества, то в трилогии «Желание», состоящей из романов «Финансист», «Титан» и «Стоик», Драйзер погружается в кухню бизнеса, являющуюся основой американского строя и образа жизни, и показывает, если так можно сказать, капитал за работой.
Основой трилогии послужила биография реального американского миллионера Чарльза Йеркса. В романах его зовут Фрэнк Каупервуд. Он сын мелкого банковского служащего, который своего любимого сына решил устроить в свою фирму, где служил сам. Очень быстро Фрэнк проявляет способности биржевого маклера, и начальство обращает на него свое благосклонное внимание. Он начинает быстро двигаться вверх по служебной лестнице. Как представитель своей фирмы он отправляется в Филадельфию, чтобы завоевать этот город. Провернув несколько удачных биржевых операций, он становится миллионером, и это позволяет ему войти в элитные круги высшего американского общества. Вообще, все три романа описывают финансовые махинации этого гения бизнеса и ту ожесточенную борьбу, которую он ведет с конкурентами, применяя где надо подкуп, шантаж, давление и желая заполучить все деньги мира. Последний роман трилогии «Стоик» заканчивается смертью главного героя Фрэнка Каупервуда от болезни почек. Желая оставить о себе благодарную память, он завещал городу, Нью-Йорку, картинную галерею и больницу для бедных. Но все это уходит с молотка в покрытие долгов миллионера. И богатство Каупервуда переходит в руки других грабителей. От него не остается ни людям, ни городу ничего. В этой связи у меня возникает вопрос. Что останется людям от нынешних российских олигархов? Навороченные яхты и лайнеры? Особняки с золотыми унитазами? Загородные виллы с безвкусной роскошью? А еще отравленные реки и озера, выжженные леса, зараженные радиоактивными отходами земли, тысячи километров ржавых труб пустого газопровода, разруха в областных городах и опустевшие деревни. Вот что останется от нынешних хозяев жизни. А еще останутся бесконечные проклятия миллионов людей в течение многих и многих лет. Между публикацией романов трилогии «Желание» появляются три других романа «Гений», «Американская трагедия» и «Оплот». Роман «Гений» – наполовину автобиографическое произведение. В нем рассказывается о жизни художника Юджина Витлы, талантливого человека, чья личность претерпевает изменения, когда он попадает в буржуазную среду. Роман интересен. В нем перемешаны бизнес и творчество, любовь к женщинам и к живописи, головокружительный успех и горькие падения. В 20-е годы в мировоззрении Драйзера нарастают оптимистические настроения. Это связано с революцией в России и надеждой на светлое будущее человечества. Драйзер пытается доказать, что человек способен бросить вызов судьбе и преодолеть препятствия на пути к счастью, не поддаваясь власти денег. Он столько хочет сказать, у него столько сюжетов, что он прибегает к малой форме рассказов и пишет их во множестве. Но все же, по сути, он романист. И его следующий роман «Американская трагедия» становится самым знаменитым в его творчестве. В основу романа легли реальные события, произошедшие в Соединенных Штатах. С главным героем Клайдом Гриффитсом мы знакомимся, когда он подростком вместе со своими набожными родителями совершает путешествие по городам Соединенных Штатов с религиозной миссией. Отец и мать читают проповеди, считая главным долгом своим как можно больше людей наставить на путь истины. Клайд далек от чаяний своих родителей. Он, находясь во власти рекламы, растет довольно эгоистичным парнем. Когда его заболевшей матери требуется лекарство, он вместо того, чтобы купить их, тратит все деньги на увеселительную прогулку. Главной мечтой Клайда является проникновение в мир богатства и роскоши. Повзрослев, он устраивается работать на фабрику воротничков. Будучи энергичным и упорным человеком, он быстро обращает на себя внимание начальства и его повышают в должности. Теперь в его ведении и в подчинении находятся десятки молодых сотрудниц. И с одной из них, очаровательной Робертой, у него возникает страстный любовный роман. А потом на него обращает внимание избалованная дочь богатого босса, Сондра. И Клайд понимает, что брак на ней стал бы воплощением всех его мечтаний о проникновении в общество богатых. Но этому может помешать то, что Роберта ждет от него ребенка. И это может разрушить его планы. И тогда он решается на преступление и убивает Роберту, женщину, которая бескорыстно его любит. В результате Клайд оказывается на электрическом стуле. Конфликт между страстью к богатству и элементарной человеческой порядочностью доведен в романе до состояния трагедии, но это подсказала сама жизнь. Поэтому, вероятно, роман и пользуется таким успехом. А в 1919 году у самого Драйзера, которому 48 лет, возникает любовный роман с его двоюродной сестрой Хелен Ричардсон. Она моложе его на 23 года. Они начинают жить
в гражданском браке и живут так до конца жизни Драйзера. А в 44-м году, за год до своей смерти, он официально на ней женится. Будучи человеком с остро развитым чувством социальной справедливости, Драйзер, конечно, был социалистом. Потому что ничего другого, чтобы противопоставить несправедливому, жестокому миру эксплуатации миллионов людей кучкой богатых эгоистов, человечество не придумало. Поэтому меня не удивляет, что такие писатели, как Герберт Уэллс, Бернард Шоу, Теодор Драйзер приняли русскую революцию, если не восторженно, то с сочувствием. Она доказывала, что капиталистический образ жизни не обязателен. Его может сменить более прогрессивная и справедливая форма общественного управления. В 1927 году по приглашению советского правительства Драйзер побывал в СССР, чтобы принять участие в праздновании 10-й годовщины Октябрьской революции. Он находился в советской стране 77 дней, объездил много городов, увидел много людей. И когда вернулся в Соединенные Штаты, то написал документальную книгу «Драйзер смотрит на Россию». В ней он написал и то, что его восхитило, и то, что неприятно поразило. Поэтому книга не выходила в Советском Союзе. Но в целом Драйзера восхитили те перемены, которые происходили в советской стране. Ему, правда, не показали те советские лагеря, в которых эксплуатировался труд сотен тысяч заключенных. Миллионы появились там в 30-е годы. Но он познакомился со многими советскими начальниками разных рангов. И они поразили его тем, что все они равнодушно или даже с презрением относились к личному богатству и роскоши. Все были озабочены только одним – выполнить государственный план, чтобы жизнь их соотечественников стала лучше. И все они верили в светлое будущее человечества. Они выгодно отличались от тех начальников, с которыми он привык встречаться в буржуазной среде – министров, финансистов, бизнесменов. Советские начальники были людьми более открытыми, более умными и более позитивными. Читая воспоминания бывших узников сталинских лагерей, таких как Евгения Гинзбург или Тамара Петкевич, где они описали первых большевистских руководителей страны, которые впоследствии стали их сокамерниками и солагерниками, их портреты полностью совпадают с тем, как описал этих людей Драйзер в своих воспоминаниях. Это были идеалисты, которые свято верили, что впервые в истории Земли осуществляет тысячелетнюю мечту человечества о всеобщем счастье. Все они были оптимисты и романтики. Но люди с очерствевшим сердцем, очерствевшим в дни революции и гражданской войны. Поэтому они терпимо относились к творящейся вокруг жестокости и жили по принципу «лес рубит, щепки летят». И Драйзер, будучи человеком прозорливым и мудрым писателем, не мог не высказать такое соображение. Возможно, коммунисты заблуждаются. Возможно, допускают ошибку в понимании человеческой сущности. Возможно, это приведет их к политическому и философическому краху. Но как высоки их порывы, как свежи и благотворны их идеи. Это была правда. Но еще большей правдой была мысль Александра Герцена, которая заключалась в том, что прежде чем совершать революцию с помощью кулаков и оружия, нужно совершить ее у себя в головах. Люди должны сами измениться, прежде чем попытаться изменять мир. Иначе прежние рабы, придя к власти, не смогут ничего предложить нового прежнему рабству, кроме новой формы рабства. И жизнь доказала правоту Герцена. А Теодор Драйзер оказался прав, нарисовав разоблачительный портрет общества процветания, где более всего ценятся люди, которые умеют делать деньги. Но сегодня именно они представляют самую большую угрозу для будущего человечества и планеты, на которой мы живем. Августа 1901 года в американском городе Новом Орлеане родился Луи Армстронг, знаменитый американский джазовый трубач и вокалист, который оказал огромное влияние на развитие джаза и популяризацию его во всем мире. When the saints go marching, marching in. Now when the saints, when the saints, oh, marching by, marching by, yeah, by, marching by. Oh. I would like to hit the number. So would I. Yes, be nice, I'll go right here. Когда я в подростковом возрасте впервые услышал пение Луи Армстронга, то был поражен. Неужели кто-нибудь может считать это хриплое рычание пением? Потом, взрослея,
И знакомясь с джазом, благодаря тому, что появились долгоиграющие пластинки с джазовыми записями, я постепенно привык к пению Армстронга, стал считать это каким-то особым джазовым инструментом и даже получать от этого удовольствие. А потом в советской стране появился новый рычащий певец – Владимир Высоцкий, который явно подражал Луи Армстронгу. Но это тоже было здорово. Где твои 17 лет на большом каретном? А где твои 17 лет на большом каретном? А где твой черный пистолет на большом каретном? А где тебя сегодня нет на большом каретном? Луи, как называли Армстронга, родился в беднейшем негритянском квартале Нового Орлеана, в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда мальчик был совсем младенцем. Мать занималась проституцией. Луи и его младшую сестру Беатрис она отдала на воспитание бабушке Жозефине, которая помнила еще времена рабства. С самого детства Луи занимался развозкой угля, продажей газет и другими подобными работами. С 7 лет Луи начал помогать семье торговцев углем Карновски, евреев, которые недавно эмигрировали в Америку из Российской империи. В этой семье он оставался ночевать, здесь его кормили и сделали почти приемным сыном. Благодарность этой семье он всю жизнь носил подаренную ими цепочку со звездой Давида. Карновски жили в районе Сторивилл, отличавшимся свободными нравами, а также барами, танцплощадками, клубами и публичными домами. Луи с самого детства стал петь в уличном вокальном ансамбле, одновременно играя на барабанах. А свое музыкальное образование получил в колонии для цветных подростков, куда попал за свой озорной поступок. К его матери-проститутке пришел в качестве клиента местный полицейский. Луи спер у него пистолет и в честь Нового года стрелял на улице. Оказавшись в колонии, он тут же стал играть в самодеятельном духовом оркестре. Сначала на тамбурине, потом на валторне, затем перешел на корнет. И здесь он решил, что станет профессиональным музыкантом. Освободившись из колонии, он стал ходить по клубам и играть на одалживаемых корнетах в местных оркестрах. Его опекуны, Карновски, сжалились над подростком и дали ему деньги на покупку собственного корнета. Это был его первый собственный музыкальный инструмент. Юного Армстронга берет под свое покровительство Кинг Оливер, считавшийся лучшим корнетистом города, которого Луи считал своим первым учителем. С этого времени Армстронг начинает участвовать в концертах джазовых коллективов, каких в то время было множество. Он участвует в джазовых парадах на улицах родного города и в летнее время играет в джаз-бендах на пароходах, плавающих по Миссисипи. После того, как профессиональный джазовый музыкант по фамилии Мэрейбл преподал юноше несколько уроков нотной грамоты, Армстронг стал считаться квалифицированным музыкантом. В 1922 году Кинг Оливер, которому нужен был второй корнетист, пригласил его играть в своем оркестре. Оркестр играл в Чикаго, в ресторане Lincoln Gardens. В то время оркестр Оливера считался лучшим джазовым коллективом в Чикаго, и работа в нем дала многое для будущей карьеры Армстронга. Именно здесь он сделал свои первые музыкальные записи.
первый раз Луи Армстронг женился в 19 лет на проститутке. Во второй раз в 23 года на пианистке из джаза. И его жена требовала, чтобы он начал собственную карьеру. И вместе с ней они уехали в Нью-Йорк. Здесь Армстронг поступил на работу в оркестр Флетчера Хендерсона. И здесь к нему пришла известность. Потому что любители джаза приходили специально на концерты, чтобы послушать его импровизации на корнете. Эти импровизации отличались яркостью и изобретательностью. Don't say yes. Take a rap, fellas. Well, let do an empty lemony. I don't ever go my way. Don't you ever go my way. Don't I ever go my way. В 1925-м Армстронг вернулся в Чикаго. В это время он отказался от корнета и перешел на трубу, которая понравилась ему более сочным звучанием. Он начал выступать в паре с пианистом Эрлом Хайнсом и начал петь в характерной для него рычащей манере скет, вызывая восторги публики. Well, I use it for trombone sometimes. Is that all? But I ain't got no chin for them. Well, you better start running. Yes, but you're gonna tan my hide. No, I'm gonna forgive you this time. Now you can't get from this cabin. No, I know I can't. No, bother, yeah. But you ain't going nowhere. I haven't been where I was going. I ain't going anywhere. Dig him, dig him. You sitting here grabbing. Yeah. You grabbing. Yeah. You grabbing. What? At the flies round you, riding. Yeah, they sure bother. Look here, brother. You remember old Aunt Harriet, don't you? Yeah, she cut out, didn't she? Yes, she did. But I knew her well. Not that well. Oh, yeah. Yes, bet you. A chariot, a chariot. Ah, just give me a taxi. Cause the time troubled both of us, you see. Nobody knows the trouble I'm telling me. Now old rocking chair, get it. Yeah. Now rocking chair, get it. Yeah. And just one day. В 1929-м Армстронг окончательно переехал в Нью-Йорк. Наступала эра биг-бендов, танцевальных джазовых ансамблей. И в этот новый музыкальный стиль Армстронг внес свою характерную для него джазовую манеру исполнения и стал звездой национального масштаба. Dinah in the state of Carolina. If there is, then you know. Show to me, Dinah, the dick not blazing. Who love the city's gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every night while I shake my fat on. Cause my dynamite changes your mind. Bobby, they live your need. Oh, you want to touch the China, baby. I'll have a new line. Oh, baby. Oh, Dinah. В 1936 году в Нью-Йорке вышла автобиографическая книга 35-летнего Луи Армстронга. А затем начались проблемы со здоровьем, и он перенес несколько операций, связанных с травмой верхней губы. А кроме того, по его просьбе ему была сделана операция на глазовых связках, с помощью которой он хотел избавиться от хриплого тембра, не понимая тогда, что именно
Он является главной фишкой его неповторимой исполнительской манеры. Слава богу, операция не удалась, тембр не исправили, и он продолжил рычать на радость своим поклонникам. Jenny Devil, Daddy Land, yes, and Lucy Brown, yes, the line balance on the right, dear. Now that my kids got me down. В 1938 году Луи Армстронг женился в четвертый раз на танцовщице Люсиль Уилсон, с которой прожил до конца жизни. А с начала 50-х в моду входит новый джазовый стиль диксиленд, в популяризацию которого Армстронг вложил свою лепту. В середине 50-х Луи Армстронг – один из самых известных музыкантов мира. Он снялся более чем в 50 фильмах. Департамент Соединенных Штатов присвоил ему неофициальное звание «посол джаза» и неоднократно спонсировал его мировые турне. Луи Армстронг объездил страны Европы, Азии, Африки, Латинской Америки, а его запись оперы Гершвина «Порги и Бес», которую он осуществил в 50-е годы с Эллой Фицджеральд, стала классикой. And the living is easy. Oh, Betty Susan. Fish are jumping. And the cotton is high. Сидней Пуатье, Эдди Мерфи, Уитни Хьюстон, Морган Фримен сделали для уничтожения расизма гораздо больше, чем все установления и законы, которые принимали и применяли власти для уничтожения этого явления. Последним хитом Армстронга стала жизнеутверждающая песня «Что за чудесный мир», которая получила первое место по популярности в Великобритании. И разговор о Луи Армстронге я хочу закончить фрагментом из этой песни. I hear babies cry, I watch them grow, they learn much more than I ever knew, and I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. Ooh, yeah. Завершая 63-й выпуск программы «Дом культуры», я хочу прежде всего поблагодарить тех, кто оказал поддержку нашему каналу, и обратиться к тем, кто собирается это сделать. На ваших экранах под видеоизображением приведены ссылки, открыв которые, вы сможете легко послать денежный перевод на мой личный кошелек в платежной системе PayPal. Нам нужна ваша поддержка.
Не забывайте ставить лайки после середины просмотра и подписываться на наш канал. А теперь я приглашаю вас стать гостями 64-го выпуска Дома культуры Юрия Мамина.